Здравствуйте! Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Брянская губерния». О наиболее заметных культурных событиях на завтра, четверг, 5 января, расскажу вам я, Оксана Измерова. Брянский театр драмы приглашает на большое новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также героями сказок. Завтра вы увидите мюзикл «Маугли», оригинальную постановку книги «Джунгли» Рюдьяра Киплинга. Уникальный вокал артистов в 10 и в 13 часов. Вечером комедия «День отдыха» по пьесе Валентина Катаева. Мечты, грезы, сладкие предвкушения могут обернуться кошмаром из-за распоряжений и жестких предписаний. Областной театр юного зрителя также приглашает завтра на новогоднее представление «Около красавицы-елки», которое завершится показом спектакля «Василиса прекрасная». Начало в 11, 14 и 17 часов. Веселый новогодний хоровод самых маленьких зрителей завтра пригласит театр кукол. По его окончании спектакль «По щучьему велению» по пьесе Елизаветы Тараховской. Солнечное тепло и волшебные чудеса. Доброе сердце главного героя и его открытая душа ждут вас завтра на спектакле в 10 и в 17 часов. В Музее этнографии и ремесел проходит выставка «Новогоднее чудо-игрушка». Более 40 работ от народных мастеров Брянской области. Здесь вы увидите и елочные украшения, и кукольные домики, и снеговиков со снегурочками. А символ года – красный огненный петух – будет выполнен в разных техниках. Из соленого теста, вязания крючком, в технике оригами, художественного валяния. Выставка работает с 9 до 17 часов. Киноиндустрия завтра в нашем городе будет представлена разнообразными фильмами. Российская историческая драма «Викинг», раннее средневековье, правящий род в раздоре, вина за случайную смерть легла на великого князя. В ролях Данила Козловский, Светлана Ходченкова и другие.